ve autizm. Necə bunları bir-birindən fərqləndirək? Uşaqda əlamətlər davranış pozğunluğundan irəli gəlir, yoxsa bu autizmin əlamətləridir? В чем разница между расстройством поведения и аутизмом? Аутизм – это совершенно конкретный синдром, у которого есть четко описанные симптомы и четко описанный их набор, и каким образом происходит диагностика. Расстройство поведения – это может быть что угодно. То есть это может быть, например, там, ребенок в школе просто ругается матом, да? Или ребенок там, курит, или там, могут быть проявления каких-то психиатрических заболеваний. То есть это гораздо более широкое понятие. Sırf əlamətlərdir ki, onları davranış pozğunluğu ilə birləşdirmək, yanaşı tutmaq qeyri-mümkündür. Və əlamətlərini bir-bir istəyirəm biz deyək. Aha. Buyurun. Bu yaxın vaxtlar bu problemlərlə çox üzbəyüz gəlirəm və doğrudan da çox ürək ağrıcı bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, artıq doğrudan sizin sözünüzə qüvvət, hər addım başı autizm uşaqlarının rast gəlmək olur. Bu, bugün bizim aktual problemimiz və qlobal problemimizdir. Təşəkkür edirəm ki, məhz bu nöqtəyə nəzərdən siz bugün bizim verişimizdə bu məsələni ortaya çıxartmışsınız. Təşəkkür edirəm. Əslində, bu çox böyük bir bəladır. Valideynlərin də burada ən böyük səhlənkarlığı nədən irəli gəlir? Düzgün diagnoz qoyulmalıdır uşağa. Düzgün diagnoz. Psixologi может лечить родитель? Давайте мы сначала посмотрим на то, каковы причины вообще аутизма. Тогда мы поймем, кто может чего лечить. Любые вот такие нарушения развития у детей являются следствием повреждения центральной нервной системы. То есть у ребенка либо есть задержка развития центральной нервной системы, либо у него есть поврежденная центральная нервная система. То есть это органическое повреждение, физическое. То есть это вот как рана, да? Вот может психолог вылечить, например, сломанную ногу? Вот здесь ровно то же самое. Смотрите, что может сделать психолог? Во-первых, надо тоже понимать, что понятие, как бы слово «психолог» означает совершенно разное в разных странах, да? Например, вот мы когда здесь приехали, мы обнаружили, что у вас психологи – это то, что у нас как бы люди, которые их можно определить как дефектологи. То есть люди, которые обучают ребенка там чему-то. Психолог, дефектолог. Bunlar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür qəbul olunur. Məsələn, sizin ölkənizə gələndə biz fikirləşdik ki, araşdırma apardıq ki, görək burada psixoloq ümumiyyətlə kimə deyilir? Sizdə olan psixoloqlar bizdəki defektoloqlara deyilir. Продолжайте, пожалуйста. И поэтому психолог здесь у вас занимается, собственно, тем, что он пытается научить ребенка вот с той проблемой, как у него есть, как-то с этим жить. То есть, например, ребенок, который имеет низкофункциональный аутизм, да, как его называют. То есть такие дети, вот как вы говорите, они крутят пальцами, они до конца жизни ходят в памперсах, там, они часто агрессивны и так далее. Да? Вот что делает психолог с таким ребенком? Он пытается его научить хоть чему-то. То есть он пытается его научить справляться с агрессией, пытается научить его там, ходить в туалет, да, и так далее. Хоть чему-то, да. То есть психолог у вас пытается вытащить из этого ребенка ту способность к обучению, которая у него есть физическую, и ее использовать. Это не лечение, это скорее вот... Bu muayene değil. Bu o hastalığı yemek değil. Дело в том, что вот что нас интересует сегодня, у нас какая проблема. Вот раньше такого числа большего не было, потому что очень мало редкие были дети с синдромом, которые аутизмы. А вот почему оно сейчас так росло? Понимаете, каждом шагу видно детей аутизма. Вот это очень страшно. Я думаю, что опять-таки я хочу делать переход от родителей, которые они вот во время беременности, они какие-то, может, ошибки делают, может, как-то не обслуживают свой организм, как-то они не знают, как надо вести. Может, они очень много тоже сидят в телефоне, может, они какие-то... Вот это очень, очень интересно. Вот корень, откуда это идет, это корень? Аутизм бир ушагын доулмасына кетирип чыгарды. Раньше у нас такого не было, раньше было очень редко. Не было, это правда, но сейчас во всем мире
количество таких детей Бәле, растет. Эвеллер, доğrudan да böyle bir şeyler yok idi. Ama bugün bütün dünyada аутизм uşaqlarına... Амархан просто хочет узнать причину в чем, я что вот настолько больше. Я сейчас Эвеллер, бütün bunların сәбәбini bilmək Мы, естественно, про все причины мы не знаем и знать не можем, потому что мы не исследователи, мы практики, но мы наблюдаем тех детей, которые приходят к нам. Естественно, мы выясняем у родителей, что произошло, да, как протекала беременность, какие были роды, да, как, какой образ жизни родителей вели, что происходило. Мы смотрим все их анализы, какие есть. И, в общем, что можно сказать, что, наверное, процентов 80 детей, которые к нам попадают, то есть, возможно, есть какие-то другие детей, знаю, но только те, кто к нам попадает. То причина – это гипоксия, то есть это либо внутриутробная гипоксия, то есть что-то происходило во время беременности, и ребенок не получал достаточно питания, достаточно кислорода. Хамлялик дövründe, да, то есть такие дети, они получают как прямые повреждения центральной нервной системы, так они не успевают дозреть. То есть такой ребенок фактически рождается недоношенным. То есть ребенок, который рождается недоношенным, скажем, на 6-м месяце, то все знают, что он недоношенный. А ребенок, который рождается на своей 40-й неделе, и вроде бы выглядит все хорошо, но при этом он созревал как бы в условиях гипоксии, он тоже недоношенный, у него не созревшая нервная система, у него не созревший Мәселен, иммунитет. Нормал, короче, он недоношенный. Но этого никто не видит, потому что никто как бы не умеет этого определять. Даже, наверное, не думает Потом алем, есть довольно göre, большое количество детей, которые пострадали от вирусов. Вот чего точно стало больше в нашем мире, так это вирусы. Ve вирусларында çok и büyük эти вирусы, аутизмле, есть такие вирусы, которые, если мы заболеваем во Русларын çox böyük təsir olur. Əgər ana hamiləlik dövründə hər hansı bir virusa yoluxursa, bunun nəticəsində demək olar ki, gələcəkdə uşaqda autizm əlamətləri ola bilər. Onda belə çıxır ki, есть такое понятие, значит, когда женщина бывает беременная, значит, мать должна быть полноценно здоровая. Onda belə çıxır ki, hamiləlik dövründə, hamiləlik dövründə yaşayan analar tamamıyla sağlam olmalıdırlar və nəzarət altında olmalıdırlar. Любая мать сегодня работает. И, например, вот, скажем, мы знаем, что есть цитомегаловирус, который очень опасен для женщины во время беременности. То есть он опасен именно повреждением плода. У нас таких детей бывало довольно много, с хорошими результатами, но, тем не менее, как бы, факт есть факт, что здоровая совершенно мать ездит в автобусе на работу, да, она не болела до этого цитомегаловирусом, у нее нет иммунитета. И вот она заболевает. Для нее, для самой, это всего-навсего, она там почихала, посморкалась, все прошло, да. Мәселем, аналар ише гедирләр, шәһәрнәгеләр Ondan istifadə edirlər. Məsələn, müxtəlif virusları tuturlar, nəqliyyatda, insanlarda. Ola bilər ki, anaya bu o qədər də təsir etmir. Ana hər iki dəfə astıracaq, bir dərmanı atacaq, sağalacaq. Amma onun bətnində olan uşağa bu necə təsir edəcək, baxı sual işarəsi altındadır. Və anaların hamiləlik dövründə, belə deyim o, aldıqları virusdan o nəticələr ki var, o sonradan özünü uşaqda mütləq şəkildə göstərir.